Мы вас ждали, мы готовились и надеемся, что сегодня, завтра, в эти спортивные дни, вы покажете свои наилучшие результаты. Из хороших новостей у меня их две. Город Назарово выставила команды во всех видах спорта. Вторые, третьи, четвертые места еще свободны. С праздником вас, дорогие друзья! Удачных вам стартов! Открывается спартакиада ветеранов спорта Красноярского края. Я произношу слово «ветераны». Это звучит монументально, весомо. И это никак у меня не укладывается в голове с тем, кого я вижу на трибунах. Молодые, яркие, активные, спортивные, готовые пропагандировать здоровый образ жизни, отлично работать и весело отдыхать. Спартакиаду принимает Назарово. Здесь строятся новые площадки. Преобразился стадион «Шахтер». Это здорово, это значит, что условия для того, чтобы показать отличные результаты, у всех равные и хорошие.